В процессе создания ЕСВМ в стране родилась система комплексного централизованного технического обслуживания ЕСВМ, включающая обучение персонала, узконаладочные работы, до и после гарантийное обслуживание, которое выполняли специалисты Всесоюзного объединения «Союз ЭВМ Комплекс». Всесоюзное объединение по всей стране имело свои производственные объединения и региональные центры обслуживания. Работая в Сибири ВМ Комплекс, я участвовал в наладке и обслуживании внешних запоминающих устройств ЕСВМ на магнитных дисках и лентах всех типов. Помимо работы на усиленных центрах в Новосибирске, мне пришлось участвовать в наладке ЭВМ и в других городах страны – Ленинграде, Южно-Сахалинске, Каиркане, что рядом с Норильском, и в других городах Сибири. Вначале проводилась наладка устройств в автономе, а затем в составе ЭВМ комплексно. По готовности ЭВМ предъявлялась для приемки комиссии заказчика на испытания. В течение 72 часов ЭВМ непрерывно решала пакет задач, при этом отказ ЭВМ не допускался.
Распад страны и экономические реформы привели к разрушению системы централизованного технического обслуживания средств ЕСВМ. Всесоюзное объединение СЮЗВМ-комплекс перестало существовать.